Всем привет, друзья, с вами Костян Драйвер 51 Рус. Сегодня у нас на обзорчике будет Запорожец ЗАЗ 971Г. Автор моды я не помню, кто там, кто-то, короче, не помню. Вот. Поедем, как обычно, на полигоне Ветергана. Так. Создаем. Вот и есть. Вот он. Добавить. ЗАЗ 971, я тут поправил, ребята, сконвертил его, я видел, что он есть в этом самом. Видел, что его кто-то уже делал, но он там воркшоповскими файлами, поэтому я его взял, скачал на старую версию, сконвертил, запихнул камеру в салон. Вот тут Вася наш сидит, как обычно, все тут. Водителя прописал. Мне нравится с водителем. Короче, можно отсюда ехать. Кому не нравится, переделайте камеру. Косяк один, что водитель, зараза. Видите, копыта у него там видно. Под крылом. Ну, мне как бы это не критично. Похрену, как бы я люблю, когда водила есть. С ним поприкольнее, веселее. Вот, а в стандарте там шел водитель, он назвал его Павел. Будет он у нас Павел. Вот такой вот Павел. Павел разработчик будет сегодня кататься на полигоне Ветергана со своим водителем, да? Значит, что тут у нас? Ну, по аддонам тут колеса с цепями. Вот. И обычный, ну, может быть, еще добавлю колесики, я не знаю. Так, в принципе, мне вообще просто машинка сама по себе понравилась, прикольный такой Запорожец. Значит, по аддонам у нас ставится мигалка, с мигалкой ставится, ребята, бочка с этими всякими причиндалами, коробка топлива, то есть я прописал. Сейчас при заправке все там просаживается. Давайте доедем. А, свой звук у него. Анимация брызговичков, блин, стойте, настройки. Все время забываем. Значит, свой звук, анимация брызговиков, водила, пассажир Павел, значит. Но это я не имел в виду Пашку своего друга. Пашка, если смотришь, это не ты, не про тебя тут написано было. Проходимость у него, в принципе, зачетная. Все. Заправляемся. Видите, просаживается жопа у него при заправке. Всем видно, да? 400 литров везет, что-то там еще тут эти везет. Что нам еще везет такой? Дайте посмотреть. 500 ремонта и 400 литров. Вполне адекватно. Любой там крас, урал починит данный автомобиль. Подвесочку, то есть все, мотор отрегулировал тут. Прикольно, да, прет. Вот такой автомобильчик. Мигалка, ребята, все рабочая. Все, видите, да, лучше от мигалки все тут. Мигает, сделана синхронизация света, кстати, на море, забыл сказать. То есть в мультиплеере я его еще не проверял, да, на автомобильчик, да, но по крайней мере надо будет с кем-то потестить. Так, скидываем на эту утилитку. Ставится у нас, ребят, такой фургончик. Фургончик ведет 400 ремонта, 2 очка гаража, то есть можно спокойно гараж открыть, топливо подвести. И все тут у него как выглядит прикольно. Все классно. Не знаю, загонять его, наверное, через... Посмотрим, короче, ладно, не суть. Так, давайте. Так, чтобы нам поставить для дроп загрузку, надо убрать мигалку, ставим хреновину для дроп и едем грузиться. Не смог старую модельку дроп вот этих маленьких как-то воткнуть, пыркал, мыркал их, выпадало то обычные бревна, маленькие выпадают,
Короче, не разобрался, что ли, как. Так. Ну и вот, можно, значит, автоматически грузиться. Вот так вот у нас 4 очка загрузки, да? Выглядит все. Также можно это все скинуть, ребята. Все это можно обратно загрузить. Скинуть, загрузить. Все грузится. Так, берем эту хрень для дров. И покажу, что можно загрузить вот так же, ребят, с козла на нем. То есть подъезжаем мы к козлу. Желательно поближе. Оба-на, слишком близко. Просто это слишком близко, да? Встаем, создаем короткие бревна. Вот они. Ей, да? Нажимаем буковку. В, да, и все, и грузим сейчас козла спокойненько. Надо починить автомобиль. Кто слишком близко подъехал. Где там вся эта выключалка? Опять там кто-то дровами. Что он дарапался. То есть все, ребята, в адеквате все скидывается, все загружается. Мигалки работают. Надо вот его еще потестить в мультиплеере. И я думаю, что я его... Ну, не знаю, посмотрю еще по колесам, еще может быть еще колесики где-то поставлю. В принципе, по аддонам для прицепов ничего не будет. Вот в таком варианте будет у нас или такой. Синхронизация, еще раз повторяюсь, есть. И опять же еще повторюсь. Ну, есть косяк, что многие водилы торчат. В принципе, кому не нравится, можете убрать водилу оттуда. Зайдете в HML автомобиля и просто удалите строчку драйвер. Да, есть с настройками водителя, и он у вас пропадет. Даже кому интересно, я вот сейчас в конце как покажу, что это было. Да. Проеду обзорки, в конце обзорчика все это будет показано. Как убрать водителя, да? Кому интересно. Ну, камера единственное, что тут надо будет камеру двигать. Да. Или, в принципе, давайте, знаете, как делаем. Я просто вложу HML туда без водителя. И. Ну да, и тогда за место водителя можно будет посадить того чебурека, вот этого красненького. Павла, скажем так, да? Вот. И самому, или его не ставить, а сесть за руль, чтобы самому будет, скажем так. Давайте так, если не забуду, понятно. Ну, по грязи он едет, он так будет. Просто едет, а тут уж слишком неуверенная такая грязь. Все, он тащит. Ого, полицейский, ну еще не такой неуверенный. Не знаю, я просто реально видел эту машинку, она была там в воркшопе, настраивали какая-то, что-то она мне вообще не понравилась. Решил сделать для себя, скажем так, да. Сделал свои настройки, там свой свет, там, по загрузке, разгрузке, все, что мне как мне нравится, да. Водилу посадил там. Подвесочку сделал мягенькую такую хорошую. Он спокойно, видите, не глотает все эти неровности. Печет и печет по ветрам с дровами. Прикольно, вот получится такой. Че ты там завернулся, так сидит? Так, мне так очень под кайфу такая машинистка. Советский автопром, ребята, рулит. Ой, нифига его течение так было. Ой, на автомат, ребята, чтобы не рисовать на полушайте.
все, выливать, примчались. Можно разгрузить. Ай, блин, разгружается-то не тут. Сейчас могу еще раз, давайте кружочек дадим, сейчас это скинем. И загрузим сейчас козла. И все. Четыре. Едем. Едем на кору. Слишком близко не будем подъезжать, а то мы как раз машину поломали. Создаем короткие бревна. В. Видите, все, я эту рамку сделал побольше. Достает он. Все, и погнали. То есть можно спокойно грузиться в симуляторе, в аркаде, то есть по барабану. Да. Также все скидывается, ребят, все обратно загружается. То есть без проблем все это, проблема уже решена. Вот. Поехали, сейчас разгрузим до конца пилку. Да. Все, пилку мы разобрали, ну, пожалуйста, два раза или вдвоем подъехали, пилку раздербанили. Так, ну что, давайте убираем эту хреновину для групп. Хреновину для групп убираем ее. Ставим фургон, давайте поставим маячок. Так прокатимся до заправки, на заправке не заправимся. Да? В принципе, можно убрать водилу и сесть сюда справа и сидеть. Ну или вот так вот руки будут получать, уж кому как-то. Вот так вот будет это все. Камера, ну машинка вообще маленькая, поэтому такие варианты как бы. Камеру я ее зафиксировал, но не остановить ее, она все равно там прыгает. То есть все, что мог, то сделал. А так, ебать, он был лет. Сигнал, синхрон, дальний нужно поменять там. Все это можно. Надо вот проверить единственное в мультиплеере, как он там пойдет. Данный автомобиль. Ну так, в принципе, одному уже можно смело кататься. Так, так, заправить, да? Идем в фургон, ставим утилитку, убираем, заправляем 400 литров, все. Погнали. В таком макаре. Хоть и маленький такой, знаете, запорожье, но удаленький. Мне понравилась такая моделька, сделал как хотел, то есть не как кто-то там сделал, а сделал так как надо мне. Вот. Ну, кому интересно мои доработки, можете заходить, ссылочка будет под видео, там в товары группы, там есть доработки, просто моды от хороших людей, да, которые мне нравятся. А, блин, без полного привода ничего не едет нифига. А так, в принципе, нравится мне такой запорожец. Наверное, я еще становлю еще обычный запорожец. Не знаю, может быть, в пак даже вместе слепить. Погрузим, короче. Время покажет. Так, вообще, проходимость пачкается, едет все отлично. Меня прям радует сильно. Многие скажут, нахер он, конечно, нужен. Ну, я не знаю, лично мне нравится такой брандолетик. Обязательно запишем обзор какой-нибудь, пройдем какую-нибудь карту на этих запорожцах. Все будет best of the best. Ой, тормози. Спокойно, то есть грязевые пороги там, конечно, грязь там, если будет грязь глубиной с этого запорожья, конечно, там утонет, но все равно, в принципе, он маленький, дуркий, нужно проехать, объехать везде. Давайте мы уже попробуем на эти пороги залезть, да. Хотя, думаю, что он тут сейчас воткнется и... Да ладно. Сейчас, ребята, он проедет спокойно. Чем вам
не внедорожники, ребят, смотрите. Все вот эти проблематичные. Где большие грузовики урон ловят, стоит, да? Как маленький грузовик паралазит без вопроса. Он обалдеть. Я даже что-то и... Странно, не может он спокойно так пойдет. Проходимость, ребят, у него хорошая. Пишет на лево, смотрите, вот. Вот и автомобиль года. Ну, что, нахер он такой надо, я не знаю. Вполне, вполне адекват. Вполне офигенный. Офигенный автомобиль. В принципе, все делает. Лес вывозит, топливо, ремонт вывозит, гараж вывозит. Все полноценные функции автомобиля на, в игре Спинтайрес он выполняет. Загружается с козла, загружается в симуляторе, в аркаде, в мульти, тут надо проверить в мультиплеере, как он пойдет, все. Ну, естественно, где широкие, большие, глубокие реки, водоемы, там он, конечно, наверное, не тонет. Ну, давайте, купим его тогда. Все. Его там и не видно. Под водой все походу. Пердос. Подводная лодка. Короче, встала машина у нас, ребята, да? Сейчас. Ой, блин, зацепиться-то не за что. Японские города, все мы его тут ухайдокаем. А вон справа где-то есть. Давайте. Служба спасения. Давай, дружбан. Уже сам газуй. Нормасу издали. А, ну кстати, да. Мотор-то у него, ребят, сзади, видите, масло. Масло у него при поломке. Сзади. Сзади летит. То есть кому не видно, видно всем. Не видно, то есть. Все тут как положено сделано. То есть все. Бля, то как тут подогнать-то? Ну, все. Все это, ребят, я усмотрел, все как положено. Давайте его починим, сам у себя -то починит. А, блин, на полигоне-то нет качков. Ну, в принципе. В принципе, вполне, ребят. Адекватный автомобильчик. Забыли включить. Я думаю, что на некоторых картах, ребята, он еще и хору всем даст. В отличие от грузового автомобиля, да? Ну, скорость у него, конечно, небольшая тут. Давайте снимем сейчас его эту бульку. Топливную и помчимся. Поставим. Ну, думаю, тридцаточку он выдает. Ну, да. 36, 7, 8, 9, 40. Ну, в принципе, да. 41, ребята. Не такой уж он и медленный, скажем так, да? В принципе, вообще нормально, лучше со скоростью. Вполне адекват скоростной. Ну вот, ребят, такая будет конвертовочка, доработочка от меня, как обычно. Есть тогда вот. Давайте его сейчас загрузить, это для скрина. Все есть у него. Как надо. Так, ссылочку
под видео, кому интересно, ребят, выложу попозже, когда доделаю. То есть сейчас просто выкладываю видео, а потом отредактирую видео, уже ссылкой сделаю. Поэтому мониторьте, смотрите, кому интересно. Там поменяется просто название, поменяю. Что будет обзор мода и скачать там будет записано просто. На блин камера хочу, да, на букву Х. Ну вот, короче, такой, в принципе, получается у нас обзорчик вот на такой автомобиль ЗАЗ 971Г, по-моему. Вот. Доработочкой конверт драйвер 51. Рус, да, от меня. Ссылочка будет позже. Мониторьте в группе, мониторьте, ребят, на канале. Все это будет там. Ставьте лайки, подписывайтесь, группу подписывайтесь на канал, будут розыгрыши. Все, всем удачи, всем пока. С вами был Драйвер 51 Русь.